Проблема с мусором, как оказалось, не только в городах Дагестана, но и в горной части республики. В Унцукульском районе обнаружена несанкционированная свалка на землях сельхозназначения. Почему так вышло, что вместо садов и пастбищ там расстилаются горы мусора, узнавала Наталья Ханбабаева. Здесь коровы жуют не траву, а пакеты, а вместо абрикосовых деревьев – пластиковые отходы. Еще в прошлом году Россельхознадзор обнаружил около 1 гектара ценной сельхозземли, заваленной бытовым мусором. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выехало по жалобе поселок Шамилькова, где обнаружена несанкционированная мусорная свалка на землях сельхозназначения. Напоминаем, что подобные свалки наносят огромный ущерб землям сельхозназначения и окружающей среды. Как оказалось, этой свалки не один год. По словам директора ЖКХ поселка Шамилькала, они были вынуждены вывозить мусор именно туда, чтобы отходы не попали в водоемы. Вот эта свалка была образовалась у нас свалка, когда начали построить поселок гидроэнергетику. И вдоль реки там не было места, и невозможно было ее построить. Поэтому решили они построить вот вдали от поселка и от речки. Несанкционированные свалки наносят существенный ущерб плодородию. По словам специалистов, пострадавшие от захламления земли восстанавливаются долго и требуют значительных экономических затрат. А ведь плодородные земли являются национальным достоянием. Наталья Ханбабаева, Ирина Канберова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Унцукульский район.